Казахстане к 2025 году планируется подготовить 100 тысяч квалифицированных IT-специалистов. В течение 5 лет в регионах будут открыты 20 школ инновационного программирования, на которые будет выделено 20 тысяч грантов. Об этом шла речь на заседании комиссии по цифровизации с участием премьер-министра. С 2023 года во всех средних школах Казахстана планируется внедрить проект «Виртуальный учитель» по предмету информатика с включением данного предмета в ЕНТ. На совещании также были обсуждены вопросы создания информационной системы единого государственного кадастра недвижимости, внедрения пилотного проекта «Социальный кошелек» для совершенствования инструментов социальной поддержки населения, обеспечения доступности геологических данных по месторождениям. Общий объем привлечения иностранных инвестиций в разведку твердых полезных ископаемых в стране прогнозируется в объеме 96 миллиардов тенге к 2030 году. Аскар Мамин поручил обеспечить своевременную и качественную реализацию всех запланированных проектов.